Всем привет, меня зовут Константин, я тренер по джигитовке. И сегодня мы находимся в Голландии, в городе Дунхелден. Это пригород Гааги. Этот город славится многочисленными музеями и военной морской академией. Вообще в Голландии очень развито пароходство, и поэтому вы можете видеть за моей спиной так много яхт. Но мы идем дальше. И одной из основных достопримечательностей этого города является вот этот маяк плавучий, один из самых старых маяков в Голландии, которые построены как передвижные, то есть это судно, на котором стоит маяк. Вот, а за ним находится один из самых таких хороших музеев. Морских музеев. Там представлено даже поднятое со дна судно викингов. Вот. Мы с вами идем дальше. Еще одной особенностью Голландии является то, что они очень любят здоровый образ жизни и передвигаются практически внутри города на велосипедах.